Енот, поменяй Бонни! Енот, не надо! Это жирная жопа. Мы за нее проиграем стопудово. Ее, она просто настолько массивная, что ее ощущают все работники автосалона. Что? Не, ничего, ничего. Все хорошо. Ты влюбился в Бонни? Нет! Нет, енот! Енот, ты угадил через А. Угадил через Л. О, фу. Все, значит, менеджер стоит у себя с принтером рядом. Опять охранник тут тусит. Она ну, можете обойти сбоку. Сбоку можете обойти. Зачем они сделали таких некрасивых персонажей женских? Не-не-не, Кловер вообще красавица, ты чё? Ну, я не вообще... По сравнению с Бонни, да. Ну вот то, что сейчас енот взял, это же вообще, это я не знаю, это как в школу попасть какой-нибудь там звучихи самый хреновый. Это такой грабитель, вот капец. Ага, менеджер на первом этаже? Серьезно? У нее даже голос такой же, реально. Тебя на первом этаже, и он не двигается, да? Да. Да, и он двигается. Двигается куда? У кого голос? Он двигается в сторону лестницы, которая ведет на второй этаж. Вот на второй этаж идет, окей. Скажи, когда на второй этаж пойдет. Завязывай с этим дерьмом. Ну пока что тусит на первом. Ответьте на пейджер, ответьте на пейджер, ответьте на пейджер и убейте его и сложите куда-нибудь. Рейджер, отвечай, да. Куда он идет? Где он? А его нельзя превратить в своего? Че, убивать прям? Да-да-да, убей и запакуй. Так тут же не ходит никто. Ну, вдруг пойдет. Я люблю рисковать. Ребят, он что, испарился? Где он? Эй, Хэнкок. Я попал что это в было? Голову чувака. В смысле, ребят, я потерял его. Я не могу посмотреть на втором этаже. У меня сейчас пистолет примерно размером с глаз нигера. Он, наверное, да, на второй этаж поднял. Ох уж этот масштаб. Нигера, афроамериканца. Мы в России. Потерял, что, серьезно? Посмотрите сбоку в офисе его кто-нибудь. Енот, зайди сбоку через боковую дверь в офис. Помнишь, через которую в самом начале заходи? У меня до сих пор, кстати, от убитого до сих пор этот звук пейджера идет. Нет, в офисе его тоже нету. Ну, по крайней мере, он не стоит. Чё мы на машинке-то кататься будем сегодня? Не знаю. Где твой пятый инфами? Да все, енот, уже ничего. Это самый просто лучший вариант, когда... Он ко мне пришел. Он у меня. Хорошо. Мне надо будет его в безопасном месте связать, сейчас увезти. Заведи его в раздевалку. Я заведу его, детка. Лысого чувака в костюме. И тут, естественно, идет охранник ко мне в этот момент. А, фак, точно. Естественно, на этот раз охранник преследует чувака, который мне нужен. Это его личный охранник. Секьюрити. Журналы. Посмотрите на втором этаже, енот, под тобой где-то он. Под тобой. А, вот, все, нашел. Ну, он пошел вниз. Фак. Попробуйте его перехватить в офис. Если он в офис зайдет, который боковой, попробуйте его там перехватить. Кто с маской? Рейджер, ты с маской. Грязный гонщик. Да? Он спустился по лестнице вниз. Ну, тут три охранника, я ничего не мог сделать.
Просто они везде стояли. Убью одного. Везде. Ты видишь, нет? Его. Спустился. Он спустился. Что? Скажите Вики, что спустился менеджер. На первом этаже. Илья говорит, менеджер спустился где-то, да? На первом этаже. Менеджера нету, есть много охранников. О, он снова поднялся. Слушайте, он не знает, что ему делать. О, да, как сложно. Это же менеджер. Он прошел сквозь копа. Ладно. Все, сейчас его перехвачу. Мне кажется, в этом салоне есть телепорт. Что происходит? Это я. А, это все нормально. Перехватил. Веду его на лестницу. Сейчас уведу. Быстрее иди. Что это были за пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу? Я пытался убить персонажа енота. Убей зло! Это ж такое... Это и морда такая противная, и ещё и голос такой же подобрали. Марк Бейли. Кто-нибудь должен сейчас... Вика, иди в боковой офис, посмотри там Марк Бейли. Что? Марк Бейли, передайте, чтобы она пошла в боковую и посмотрела Марка Бейли. Пойди в боковую и посмотри Марка Бейли. Ну вовремя, мне звонят, конечно, просто зашибись, сек. О, я слышу Samsung. Samsung слышу я, юный подаван. Где мне это смотреть? Вот всегда. Там лычка должна быть, Марк Бейли, ищи. Должна быть лычка, Марк Бейли. А, табличка. Дэвид лычка, Брона. Табличка. Мэри Бу. У меня нету. Карен. У меня тоже. Я нашел у меня. Как раз таки тот компьютер, который взломал в прошлый раз. Это тебя так проли. Тут картины клевые. Так а как мне прятаться здесь, если придет чувак? Ой, енот, я в трубе. Ну и пакетик. Ты в трубе. В еноте, что ли? У меня походу охранник гей. Енот, только не вставай ближе к этой трубе, пожалуйста. Охранник гей? А ты не знала? Это не очень сотрется. А? Опаньки, они могут заметить это дело. Фак. Серьезно? Только не увидеть, только не увидеть. Они могут увидеть то, что компьютер взламывается. Вау. Это какой пейджер уже? Второй, да? Хотелось бы уточнить, что это нормал. Да, кстати. Но ты видишь, вообще капец. Я видел. Да это идиотизм. Это как еще я не знаю, идет. Вот в I Wanna Be The Guy играть, типа, так и надо. Такая, типа, сложность и должна быть. Вы что, издеваетесь? Двое идут. Тихонечко, Серёж, тихо. А если я без глушителя постреляю, то все сбегутся? Тебя кто-то убьет. Я приду к тебе домой лично. Я приду не с пирожками, поверь. И он высипает тебе все ты, волосы кстати, на руках. Ты, кстати, ты мне чокопайку до сих пор не отдал. Я тебе пирожки с гвоздями притащу. Где моя чокопайка? Где моя чокопайка? Где моя чокопайка? Надо не будет вам ваших чокопаек, надо сначала украсть. Точилы. Ты продул мне тогда чокопайку в споре. Где ничего она? Не знаю. В смысле? Не знаю. О, фак, ты чувак идет. Что за спор? Я достал свою винтовку без глушителя. Итак, ты... У тебя начинает проясняться память? Может, если я нажму на спусковой крючок, ты вспомнишь? Но ведь машиночки! Какая разница, чокопайка отдельно от машиночек, это сама по себе величина в системе Си, отдельная.
В системе CC? В системе CC нет ЧКП. Ребят, что вы делали вдвоем с винтовкой без глушителя? Причем-то... У меня просто очень странные ассоциации сейчас возникли. Мы, короче, плентим C4. Народ, готовьтесь там что-нибудь делать, потому что я пленчу C4, и, в общем, видимо, будет бадабум. И мы поедем куда-то. К чему готовиться? Стелс! К C4, к бадабуму. Я куда для этого нужно встать, чтобы было красиво? Вот можешь там встать, видишь, где я пленчу, вот здесь, видимо, все взорвется. Но тут не будет красиво, это оверкил. У них не может быть красиво. У них будет белый экран, и потом, опа, неожиданно все Так, мне нужно забрать ключи, окей. А где, говорите, была storage room-то? Я даже не знаю. На первом этаже. Ну, тут помечено, вон она. Подо мной. Так, а почему у Сереги... А, понятно. Ты тоже взял C4? Откуда у тебя C4? What? Чё? Я не знаю, откуда. Я не знаю, откуда? Я ничего не трогал. Игра! Я ничего не брал. Игра! Оверкил! What the fuck? Это моё C4. Это моё личное C4. Я принёс его с собой. Я его никому не дам. Вика, видишь, я выхожу. Посмотри. А, вот, помечай. Да, помечай меня, помечай. Помечай их. Да, чаще. Чаще помечай! Что слышала Вика? Ча-ча-ча-ча-ча-ча! Пиши с буквы. Идите сюда, идите сюда. Идите вниз, сбоку, сбоку, заходите. Ну, я так понимаю, что... Все, уходим! Все, типа, уже можно берем тачку и уходим! А что, каждый любую может тачку взять? Да-да-да-да-да-да-да! Берем, быстрее, быстрее, Вика, надевай маску! Вика, надевай маску, быстрее! Скажите Виски, чтобы надевала маску и шла сюда. А мы без ключей не можем открыть. А ключи здесь, за мной! Че, Вика вылетела, что ли? Вика! Вика, ты тут? Вика? Я тут, но я вижу, как бежит Сережа, енот. Где но маску надень? Меня... Скажите маску, чтоб надела. Надень маску. Надень маску, ключ... возьми ключи. У меня надета маска. Ну, ключи все, возьми ключи вот здесь. А, понятно, понятно. Ждем, 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 пока зайдет. Ждем, зайдет. Не открывайте тачку. Вика, ждем. Заходи. Я вылетела. Заходи. Понятно. У тебя есть 3 минуты. Блин, я что-то не могу тебя пригласить в игру. Я пригласил. У меня тоже ошибка, или я пригласил, у меня ошибка. Пригласи ты. А у меня написано присоединяется к игре. Окей, раз и нету возможности отправить. Серега, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Главное, чтобы она рядом с тобой зареспаунилась. И взяла ключи. Давайте, приглашайте. Кто-нибудь, кто-нибудь, я приглашу, я приглашу. Опять присоединяется к игре написано. У меня опять ошибка. Смотри, попробуй взять несколько раз ключи. Я пробовал. Каждый вечер. Ну поехали пока. Давайте поедем пока что, потом тогда еще раз пройдем. А как она будет кататься? Она пропускает самое интересное. Ну мы еще раз пройдем. Ну ладно, блин, давай подождем. Не надо, пригласи ты. Даллас, он ми. Такой нет. Только не это, я так хочу пройти без нее. Да, нету приглашалки. Почему у тебя есть, у нас нет? У меня ошибка. Ну перезайди в игру. Перезайди в игру, да, целиком. У нас 2 минуты, короче, мы не успели. Отлично. Да иди. Спасибо, оверкил. Да все уже, 2 минуты, мы не успеваем. Ну погнали, давай погнали. Давай попробуем, пофиг. Ничего же не потеряем. Бросьте бабу. Да налево! Куда ты поехал? Ты не видишь, куда тебе помечают ехать? Езда до верхи. Я ехал прямо, она сама начала... Ты дубас! О, фак! Что это за Need for Speed? Отстань! Вы посмотрите друг на друга, как вы едете. Спасибо, подтолкнул. Я видел. Да, там можно ездить! Но это такой стрём, ты видите. Это самый неудобный симулятор в мире. Енот, посмотри, как енот едет. Да я вижу. О, фак! Дайте мне трансляцию. Да сейчас поедешь, подожди. Алло. Ты у меня это, да, кстати, рейджеры. Ты у меня дергаешься. Блин. Лоу.
А я хотел туда промелькнуть, а... Езда, короче, с Steam кодом все вообще плохо. О, oh, фак. Тут поворот, в общем, резкий налево, если чё. Не пытайся разгоняться, поворот налево резкий. Я тут самое интересное пропускаю. Тут есть ручник! Я нажал на пробел и повернул его в свое звездо, реально. А, нет. Я просто заносил. Фак. Боже, это самое придурочное управление. 19, 18, 17. Еще сейчас мы завалимся, да? А куда ехать-то? Куда ехать-то? А куда ехать-то? А, вот сюда надо было завести ее. А, все понятно. Эй! О, все понятно. Переиграть день. А что енот перегнал тачку? Он загнал. 100 тысяч отдали. А, надо было хотя бы две, что ли? Нам надо было все, в том-то и дело. А. Или встать в зону, или встать в зону. Одну хотя бы, и потом встать в зону. А мы, короче, зафейлились. Вика, ты перезашла в игру? Да. Все, я отослал приглашение, сейчас зайдет. Ой, сколько приглашений. Больше. Мор. Утопия. Я уже говорил, что я покушал вкусную пиццу в пиццерии. Все, да. Хватит, перестань. Я написал об этом во все диалоги. Меня везде ненавидят сегодня. А я заснял, как я ел его. Да хватит! Я тоже сфотографировал. Чтобы никто не сказал, что я вру и выдумщик. У вас она есть, а у меня ее нету. Справедливо. У нас с Илюшей еще и откроют в апреле ее прямо возле нас. Пять минут. Знаете что? Вика, постарайся не вылетать, хорошо? Постарайся не конечно, вылетать. Конечно, это же только она от меня так-то зависит. Очень долго держалась в этот раз. Ну, кстати, да. Ты просто там что-то долго делал. Тут надо было Вики добавить не то, что всякие мужики держатся. Побегай по асфальту, Люк. Побегай первый по асфальту. Этаж. Ну, это гравий, да? Я как бы знаю, как гравий. Ты не знал, как гравий звучит? Я не вижу. Да при чем тут гравий? Ты послушай, как часто он это делает. У тебя маленькие ножки. Да у тебя знаешь, что? У тебя другое маленькое. Ручки. У-у-у. Вот сейчас обидно. А я его вижу уже. Вау. Окей. Это по-бырому. Но их тут двое. А-а-а, охранник. А, Серега, иди сюда. Еще один. Сейчас двоих сразу. Иди сюда, просто где? Через видишь, надо мной посмотри. Видишь, вход есть. Ну, короче, сейчас быстро вбегаем, кладем двоих заложей на пол, и все. И уводим их сюда на лестницу, понял? Там охранник зашел. Да? О, фак. Ну, ждем, пока охранник уйдет. Что, кто это? Что это за фигура? Блин, я не успел. Ты видел? Это я помечаю. Это баба сидит. Я могу помечать, у меня скилл есть, все дела. Так, ну что, погнали? Подожди, только охранник уйдет, охранник идет туда. Уводи бабу, я уведу мужика. На лестницу двигай. Просто стой вот здесь рядом с лестницей. Быстрее, падлы. Все, и между верхним этажом, вот сюда, да, вот здесь. Где я стою. Просто клади их на пол здесь. Все, можешь оставить. Боковой офис кто-нибудь, идите. Привет. Фрэнси Коллинз.
Сейчас напишу в чат. Франсие Коллинс, наверное. Франсие Коллинс. Мои вкусы очень специфичны, ты не поймешь. Посвяти же меня в них. Вот, у меня. На первом этаже, да? Да. А, Серега, иди вниз, взламывай компьютер. А, или я? Oh, shit. Ой, нет, я, наверное, не рискну. Это охранник. Серьезно? Ладно. Сволочь. Это все потому, что он мужик? Да? Да? Это потому, что он охранник. Короче, он... А ты не можешь его пометить? Нет, я не про охранника. Вот здесь еще один. Нет, охранника, вот я пометила. Он просто... Ну, да... Да фак! Что происходит? Стол этого Коллинса находится в первом ряду от... Что это? Покрышек? Я увижу сейчас. Просто стой рядом с ним. И все. Вау. Ну, это сложно... Вот, вот, а видишь, где я? Да, все, увидел. Вот это. Все, я, все, взламываю. Подсвечивай мне всех тех, кто пытается зайти в офис. Что? Подсвечивай ему всех тех, кто пытается зайти в офис. Дверь, только встань подальше. Только встань подальше. Тебе гражданские, если что, не видят. Тебя гражданские, если что, не видят. Это да. Комната хранилища на том же самом месте, что и была в прошлый раз, да? Да. Серега, спускайся вниз, иди туда, где мы начали, и там будет сумка с C4. Спускайся вниз. Просто по стеночке беги, куда мы начали. Там только гражданские могут быть, ты осторожнее. Смотри по сторонам. И там будут C4, сумка C4, ты возьми C4. Потом тебе скажут, куда... Не сюда, не здесь. Через крышу на третий этаж поднимайся, потом спускайся по боковой лестнице вниз. Я могу вот тут еще дверку открыть, ну, прямо на... Может, здесь, да. О, ко мне идет Тосканик, короче говоря. Это он, видимо, и был. Нерли гады! Это в первой? Второй. На улице же сзади не убивали, да? Убивали. Или нет? Или это давно было? А, они... Ну, в общем, вот. Четырнадцать секунд. Серега, ты бежишь? Что? Да не там надо! Не там, с другой стороны. С обратной стороны? Да. Мы с Енотом начинали здесь. У кого теперь будет WC4? Короче, беги только по стеночке, осторожно, там могут быть гражданские по улице ходить. Смотри налево-направо, там в присядке. Ага, окей. Все, по стеночке, там тебе скажут, куда C4 поставить. А что, сзади на этот раз не было, что ли? Сзади не было охранника, серьезно? Может, мы его убили? А может, он, кстати, и был сзади, да. Ну, вот, короче говоря, видишь? Там посередине дороги поставить можно. Охереть. И чё это, и чё этот делает здесь? Вот этот хер майор. Здравствуй. Дама. Лесба не будет, нет? Ты, кстати, выше её... Нет, ты как-то в воздухе паришь. Ты у меня в воздухе паришь. Я? Да. Паришь. Угу. И чё она... Как долго она здесь стоит? А она постоянно стоит. Вау. Она не ходит. Может, ей плохо? Короче, я ставлю ECM, и мы идем. Надевайте маски. Все, надевайте маски. Go. За ключами. Сюда, быстрее. Ключи забирайте. Все, уже джеммеры. Все, идите все сюда, забирайте ключи и идем. Вика, пока что не садись в машину. Енот. Окей. Все, теперь идем в машину. На счет три. Чё?
Я упасть человека не могу. Так, моя черненькая. Ладно, моя зелененькая. Бирюзовая. Быстрее уже! На счет 30. What the fuck, почему он на мне едет? Все, поехали, поехали, поехали. Го-го-го-го-го! Молодец такой, сел, а потом всем остальным гоу-гоу-гоу. Вика, а ты чё не зашла в машину? Зайди сбоку, сбоку написано F. Сбоку написано... Оп. Серега, скажи как. Нет! Не написано. Подходишь к дверке с левой стороны, так, где руль. Ну? Смотришь на нее, и там написано F. Типа, откройте, нет, потом не F, типа, садитесь. Нет. Отойди подальше или поближе подойди. Другую тачку посмотри. Какую? Зашла? Окей. В чем была проблема? Ну, как тебе сказать? Потому что это по идее. Я сижу со стороны не водителя. Ребята, ты сидишь со стороны. И ты ехать не можешь? Я сижу за рулем, меня не пускают, блин. Чё, и ты ехать не можешь? Ты женщина. А может реально можно только три... А может реально можно только три тачки? Ребята, меня бросили. Нет, четыре. Мне не дают. Погнали, Вики, что ли? Мы не успеем. Мы не успеем! Енот, подожди, стой, стой, стой! Не едь, не едь туда, не едь туда! Дай я к тебе пробую зайти, может зайти можно. Да, можно зайти, слушай! Ты с левой стороны зайди! Скажите, чтоб с левой стороны зашла, а не с правой. Зайди с другой стороны, выйди из нее и зайди с другой стороны. В эту же тачку. Фу, блин! Ты что, реально едешь? А ты едешь, нет? Да, да, да. Как проехать? О боже мой, она перепутала стороны, в которые надо заходить в машину! О боже мой! О боже мой! У тебя 1.5 минуты. О, там внизу дырка есть. Господи, просто следующий раз, если мы сейчас завалимся, просто сядь в машину со мной, хорошо? Хорошо? Да. Я не умею водить машину. Сейчас я к тебе бегу. Мне кажется, я сейчас все сломаю нахрен. Хочу машину не едет, я с другой стороны. Вот что такое? Машину взорвать, ты что, издеваешься? Это Payday. Давай я тебя перехвачу прямо, вот едь, едь ко мне. Видишь меня, сразу нет, выходи из машины. Ау. Так, а на какую педальку нажимать? Понимаешь, мне нужно двигаться. Не на какую, отстой. Смотри, она самочинила. У меня есть 30 секунд добраться. Да, проблема взялась оттуда, откуда ее не ждет. О, боже. А, перевернула. Что? Перевернула? Как? Машину. Машину перевернула в этой игре? Сейчас такие оверкилл, знаешь, смотрят и такие, what the fuck, мы даже не думали. Нифига себе, у нас еще и тачки переворачивают. Черт. О боже мой, я сижу не со стороны водителя. Чем, что такое, я не могу ехать. Руля, ну не знаю. Нет, ты не понимаешь, она заходила со стороны руля, она вообще не хотела, я использовала ключ, и она не заходила со стороны руля.